значении имени Парандзум. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Хранителям этого имени начинает казаться, что они просто даром теряют время. Таким людям свойственно задать себе цель и добиваться ее. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.